современном мире происходит необратимый процесс глобализации экономики, и Республика Башкортостан не находится в стороне от этих процессов. Являясь регионом с высокоразвитым промышленным и научным потенциалом, Башкортостан – признанный лидер среди субъектов России по нефтепереработке и нефтегазовому машиностроению. Предприятия региона обладают компетенциями мирового уровня в области геологоразведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья, оказания инжиниринговых услуг, проектирования и производства нефтегазового оборудования, подготовки высококвалифицированных кадров. Стратегией развития нефтегазовой отрасли Башкортостана до 2020 года предусмотрено расширение сотрудничества с мировыми компаниями, участие в международных нефтегазовых проектах, увеличение объемов экспорта производимой продукции и услуг на мировые рынки. В развитии этого направления под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан сформирован отраслевой консорциум предприятий «Уфа-Ойл» для освоения крупных международных рынков нефтегазодобычи и переработки. Консорциум – временное объединение независимых предприятий с целью координации их совместной предпринимательской деятельности. Создан для осуществления крупного, капиталоемкого проекта. Участие в альянсе позволит компаниям, не теряя самостоятельности, при государственной поддержке участвовать единой группой в реализации международных проектов, минимизировать экономические затраты и обеспечить гарантию надежности для своих зарубежных партнеров. Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан удалось привлечь к участию в «Уфа-Ойл» ведущие предприятия республики. ООО «Корпорация Уралтехнострой» – научно-производственное предприятие. Корпорация «Уралтехнострой» производит шеф-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с обустройством нефтяных и газовых месторождений. Предпроектную проработку обустройства объекта, разработку технической документации, изготовление и поставку оборудования. Система менеджмента качества компании сертифицирована международным органом сертификации на соответствие требованиям стандарта ISO. Выпускаемое оборудование имеет сертификаты соответствия ГОСТ, разрешение на применение Ростехнадзора. Продукция широко используется в крупнейших нефтегазодобывающих регионах, как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. ООО «Торговый дом «Вэлан» – это динамично развивающаяся в структуре холдинга ООО «Вэлан» компания, поставляющая взрывозащищенное электрооборудование и запасные части. «Торговый дом «Вэлан» создан как сбытовая структура завода, одна из активно работающих инжиниринговых компаний в области взрывоопасных производств газовой, нефтяной, химической и угольной отраслей промышленности. Наши специалисты имеют многолетний опыт работы с крупнейшими предприятиями России и стран СНГ. Наиболее важными ресурсами являются знания и опыт персонала. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO. Благовещенский арматурный завод. Завод специализируется на производстве стальной трубопроводной арматуры. Производство промышленной арматуры осуществляется по полному циклу – от заготовок до сборки, испытания и контроля качества готового изделия. Вся продукция завода сертифицирована, на заводе действует система менеджмента качества ISO. Потребителями производимой заводом арматуры являются практически все предприятия нефтегазового комплекса России и ближнего зарубежья. Научно-производственная фирма «Пакер» – лидер на рынке пакерно-якорного оборудования России и стран СНГ. Компания осуществляет поставки пакерно-клапанного оборудования, компоновок для добычи нефти, системы ППД, бурения, ремонта и освоения скважин. Предприятие оказывает следующие услуги. «Пакер» предлагает продукцию и услуги самых высоких стандартов и уровня качества, благодаря внедрению методов бережливого производства и сертификации по стандарту ISO. Научно-производственное предприятие «Бурсервис». Основная продукция предприятия – это буровые долоты и бурголовки, оснащенные резцами PDC. ОАО «Бурсервис» успешно проводит работы по восстановлению рабочего ресурса матричных и стальных PDC-долот как российских, так и зарубежных производителей. На предприятии успешно внедрена система менеджмента качества в соответствии с ISO. Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан. Опытно-экспериментальное производство института имеет набор пилотных установок по основным процессам нефтепереработки и выпускает целый ряд продуктов нефтехимии.
По своим разработкам институт получил более 440 авторских свидетельств и патентов РФ, в том числе 34 зарубежных патента. Уфимский государственный нефтяной технический университет. Один из крупнейших в России вузов нефтегазового профиля. В вузе учатся представители 56 регионов Российской Федерации и 44 стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь ведется подготовка по всем основным направлениям нефтегазового профиля. УГНТУ занимает 21 место в рейтинге журнала Forbes «Самые сильные университеты России». Университет входит в Ассоциацию нефтегазовых вузов России и является членом Международной ассоциации университетов. ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод». Предприятие занимается разработкой, проектированием и изготовлением нефтепромыслового оборудования и инструмента. Продукция завода эксплуатируется в Афганистане, Иране, Ираке, Йемене, Польше, Африке. Предприятие сотрудничает с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, а также с нефтяными компаниями стран ближнего зарубежья. Вся серийная продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ. ООО «Нефтегазстрой». Предприятие было создано как строительно-монтажная организация по строительству, реконструкции и капитальному ремонту магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, внутригородских, поселковых и межпоселковых газопроводов. На сегодняшний день ООО «Нефтегазстрой» выполняет полный комплекс работ по строительству зданий и сооружений первого и второго уровней ответственности. На предприятии проводится работа по внедрению интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов. ООО «Торговый дом Опора Пром Ойл». Сотрудники компании имеют большой опыт работы в нефтяной промышленности и машиностроении. Сборка продукции осуществляется на станках и линиях с ЧПУ. В настоящее время предприятие производит скважинные фильтры диаметром от 73 до 245 мм с разной конструкцией фильтрующего элемента, что позволяет обеспечить эффективную фильтрацию добываемого продукта при различных скважинных условиях. Вся продукция компании сертифицирована, действует система менеджмента качества ISO. ООО «Уфимский завод геолого-разведочного оборудования». Завод специализируется на производстве установок разведочного бурения УРБ-2А2, а также бурового инструмента и запасных частей к ним. Широкая номенклатура предлагаемого бурового инструмента и запасных частей по заводским ценам, гибкая ценовая политика и умение находить взаимовыгодные условия для сотрудничества с каждым клиентом позволило заводу успешно работать с различными организациями Российской Федерации, Республики Казахстан, Польши и Республики Беларусь. ООО «УЗГО» сертифицировала систему менеджмента качества выпускаемой продукции, соответствующей требованиям ГОСТ. Научно-производственное предприятие «Буринтех». Организация обладает крупной производственной базой с современным оборудованием, станками с ЧПУ, новейшими многокоординатными обрабатывающими центрами и эффективными средствами контроля качества на каждом этапе производства. Комплексный подход к буровому сервису позволяет в кратчайшие сроки оптимизировать инструмент под конкретные геологические, технические и технологические условия заказчика. Научно-производственное предприятие «Буринтех» – один из крупнейших российских производителей инструмента для бурения и ремонта скважин. Интегрированная система менеджмента на предприятии сертифицирована в соответствии с требованием ГОСТ. «Буринтех» включен в список одобренных поставщиков компании Shell. Совместная консолидация предприятий и научных центров под управлением Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан – это и серьезные инвестиционные проекты, и новые финансовые потоки, и возможность получения государственных контрактов мирового уровня. Выходя на международный рынок единой командой, участники консорциума приобретают неоспоримые преимущества. Поэтому консорциум, в который входят не только лидирующие предприятия нефтегазодобывающей отрасли, но и научные и исследовательские учреждения, могут оказать очень серьезное влияние на экономические показатели в газовой и нефтяной отрасли как республики, так и страны в целом.